В гостях Наталья Марова, руководитель группы retail.ru. И, Наташа, скажи, пожалуйста, как прошел третий день выставки World Food? Сегодня заканчивается World Food Retail Академия. Мы проработали сессию рыба. В первый день у нас была кондитерка. Также я сегодня модерировала сессию в рамках продовольственного форума, который сейчас завершает свою работу, также за моей спиной. Вы знаете, очень плотные получились выступления. Очень приятно, что с нами поработали торговая сеть «Магнит», торговая сеть «Караван», торговая сеть «Семья». Если я кого-то сейчас забыла упомянуть, все равно отдельное большое спасибо. Вот. По рыбе вообще великолепная сессия получилась. Я могу оценить для себя, во-первых, что новое очень много узнала, а для меня это всегда очень важно в подготовке к мероприятию узнать что-то новое. Вот. Ну, по деловой программе, наверное, самое активное – это для нас быть в очередной раз организатором World Food Retail Academy. И надеюсь, что дальше мы также продолжим сотрудничать с выставкой World Food в этом направлении. Какие важные вопросы успели обсудить за эти три дня? Если мы говорим про важные вопросы, ну, у нас все строится вокруг построения ценности и ухода все-таки от скидок. Так или иначе, все эти вопросы поднимали. Называли неоднократно основные тренды, которые на рынке. Это ЗОЖ, это персонализация и прочее, прочее. Уже у нас немало видео записано для того, чтобы эту историю поднять. Вот. Отдельно скажу, наверное, про видео. Почему? Потому что я опять в очередной раз посчитала статистику. За три дня 100 видеороликов уже записано. Завтра еще один день. И если вы не успели записаться, то можно подойти. И отдельное большое спасибо. Вот у нас пресс-центр Retail.ru функционирует третий день. Второй раз именно на выставке World Food. Отдельное большое спасибо фирме 1С, которая нас поддерживает все весь предыдущий год, когда мы из раза в раз на разных мероприятиях делаем данные активности. У нас присоединился новый партнер, кондитерская фабрика Essen, которая также нас начинает поддерживать, и World Food в полной мере с нами отработала. И, конечно же, замечательно, что такой великолепный стенд подготовила для нас выставка World Food, поддержала нас тем, чтобы все-таки отразить те активности, которые у них происходят, да, и таким образом дала возможность их экспонентам поделиться информацией, рассказать о трендах, рассказать о том, что они есть, вот, и все это уже выпускается у нас в эфире. Сегодня у нас третий день выставки, завтра будет заключительный четвертый. И скажи, что нас ожидает этим днем? Ну, четвертый день, естественно, завершающий. Немножко еще деловой программы будет. Я все уже детали, конечно, не знаю. Вы знаете, однозначно надо, если вы еще не успели добежать, ну, просто надо это сделать. Вообще, на перспективу следите за тем, где еще будут работать наши стенды. И, соответственно, планируйте приход. Вот. Более того, мы имеем возможность сделать отличные ролики, когда именно про ваш стенд и все прочее, но это все уже нужно договариваться заранее, готовиться и работать над этим. Также у нас сегодня были замечательные большие съемки компании «Ашан», компании «Магнит», торговой сети «Ашан», торговой сети «Магнит». И, соответственно, эти видеосъемки скоро у нас появятся на нашем сайте. Спасибо, с нами была Наталья Марова. Оставайтесь с нами.